Спасатели и пожарные МЧС обследовали здание, локализовали и ликвидировали очаг возгорания, эвакуировали людей при помощи пожарного коленчатого подъемника, а также прыжково-спасательного устройства под названием «Куб жизни». Медик отряда МЧС оказал условно пострадавшим первую помощь. В тренировке были задействованы спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда и службы спасения Сочи, сотрудники пожарных частей, врачи скорой и специалисты комплекса «Спутник». Организаторы учений, сотрудники регионального центра медицины сына катастроф поблагодарили участников тренировки за слаженность, оперативность действий и оценили работу на отлично.